Вот этот звук «дум», «дум» — это один из слогов, один из звуков Вселенной, который впервые издал Господь. Их много, вот это один из множества звуков, вот этих, которые творение, видать. В буддизме тоже же «ом» есть звуки, да, и в христианстве там протяжные «аминь», «аминь», «дум», все это один. Мы еще не знаем еще, какие звуки есть во Вселенной, звуки творения. Вот отголосок вот этого вот в языке Сахаи сохранился, «дум», вот это. И такой утробный голос, как бы это звуки Вселенной. Потом оно превратится в глубокие значения, да будет так, ну и так далее. Там много этих переводов этого слова. Аминь тоже много всего есть. Вот такие вот начинаем. Это я пропел строку, которая в начале Библии вот есть. В начале было слово, и слово было Бог, и сказал Бог, да будет свет. Вот это. На силе твою вот так вот слышится. Тангара – это по-нашему Бог, Бог по-вашему, Бог, Тангара. Ну, у бурятов, монголов, казахов звучит как Тенгри. У нас в Саха как Тангара звучит, да. Я вот буду перевод делать, синхронный. Ну, не все пропою это, а так, сколько смогу. Тут можно кагаланхо целыми сутками петь. Как я познаю. Это значит, я провел, и вспыхнул свет, и прогнал тьму, и возникло водотворение. Вот из-за вспышки водотворения, вот о чем я говорю, темная энергия, она возникла. Водород. Самый распространенный водород, материал во Вселенной, как говорят, это водород. Водород и есть вода. Ну, древним языком это водотворение. Из водорода-то все и возникли и звезды, и галактики, и твари, все, все. И мы перед вами, я сижу перед вами из водорода возник. Сейчас переведу. Вот когда поешь этот, то в состояние входишь. Вот это такое. Состояние медитации. Вот это входит, да, особое. А потом вот тут, я даже вот после такого маленького куплета кое как выхожу. Вот, да, а если это петь долго, вообще туда можно улететь, да. Да-да-да. Потом кое-как перехожу в нормальную речь. Это я пропел, что. И вот над водами творения летал Дух Божий. Вот Дух Святой, вот куда возник-то. Дух Божий. И видит, что пустота одна, кроме вод темных, ничего нету. И он разделил эти воды творения, и в них, ну я пробую как могу переводить, и в них он внедрил дух воздуха,
душу, воздушную душу внедрил в эти воды. И из этого внедрения в эти воды воздушного духа возникли небеса творения. Вот так вот. Вот этот бесформенный океан творения, куда Дух Божий его ограничил, границей какой-то создал, уже это не бесформенное, оно стало как бы небесы. Небеса это значит граница оно стало. Вот бесформенная масса, оно прибыло, может, в форму шара границами, да. Это современным языком можно понять небеса творения, это возникло поля электрические, электромагнитные поля. Они порядок внесли в этот хаос. Вот это и называется небеса творения. Пасаха Каллан. Каллан. Творение, да. Аи Халлана. Это небеса творения, да. Это не наше небо, вот это. Не-не. Небеса творения это силы Вселенной, да. Халалани гере халбы туга йоганы аяры бухрокутун ингерен аяравлетен сагалан тангараян бахарбы Это тут говорится, что когда он разделил эти воды творения небесами творения, туда он, чтобы создать природу, вот в этот небеса творения вместе с водами творения, внедрил силу земли, силу материи. Буркут – это душа материи. Бур – это земля, но в переводе на широкий язык – это материя. Да. У саха существует три формы энергии. Салгункут – это мысль, поля невидимые. Вот это энергия, невидимая энергия. Буркут – это видимое. Все, что вот энергия. Вот земля относится. Ну, как материя. Душа материи. Иекут – это уже душа человека. Душа всего творения. Материнская душа. Это вот то, что у нас искры везде есть. И вот, чтобы создать природу, он эту бесформную материю, вот Дух Божий, усилил материальную душу, дух материи. И начался процесс творения. Вот. Звезды начали создаваться, галактики, там, планеты. Ну, до нас дошел, короче. Сейчас дальше. Сулусатар весе кепепите күні әмесірдапыпыта ие сіребетін аяхан ұйықытыта бірге баян куя русотун ұпыпыта Так, это создал он звезды, вот когда внедрил дух материи в этот воду творения, ограниченные небесами творения. Там стали возникать звезды. Солнце наше он создал, землю создал, луну создал и привязал его к земле. И запустил это по вселенной, этот процесс. Ну вот, так вот, древними словами передавали знания раньше, вот. Старики, да-да-да, создание, вот процесс его. Ну, все на этом пока. А то так и можно целыми сутками. А они сидели целыми сутками, пить древние песнопения. То бишь, это они как рассказывали, как историю. Получили. Да. Слышали они. Да. И всегда вот Аланхо начиналось вот с этапа творения, всегда. А потом уже богатыри там рождались, невесту искали, жизнь, и там демонами сражались. Но в начало они всегда вот это подчеркивали. Это как бы сакральные знания передавались, как возникла Вселенная, и кто его создал, подчеркивали. Да, вот.
Ну тут можно, поэтому целыми сутками у них уходило. Одни сутки проходил на описание всего творения, вторые сутки как там люди расселялись, а потом богатырь возник какой-нибудь там с невестой красавец. И поэтому много дней вот это как заменяло им все. Театр.